Ребята, привет! Сегодня мы еще раз нарисуем. Всем привет! Сегодня мы нарисуем 3D рисунок еще один. Но он будет сложней. Остальные 3D рисунки можно посмотреть у меня на канале. Повторяем за мной, не торопимся, все должно получиться. Две клеточки по диагонали вниз. Раз, два. Тут также раз, два. Здесь две. Раз, два. И здесь две. Раз, два. Потом опускаем одну клеточку вниз. Одну в бок. Одну вниз. Одну по диагонали. Тут по диагонали. Вверх. Вот такой рисунок у вас должен получиться. Теперь внизу рисуем точно так же. Вот отсюда. Квадрат. Вниз, одна по диагонали, одна, вниз, по диагонали, наверх и по диагонали, две и третья. Рисуем опять квадрат. Квадрат. Тут уже две клеточки вниз. Две по диагонали. Две вверх. Тут одна. Наверх одна. И в бок. Теперь с этой стороны. То же самое, как и тут. Рисуем квадрат. По диагонали одна. Вниз. По диагонали. Тут по диагонали наверх одна. По диагонали и вверх. Повторяем, как на видео. Так, тут мы рисуем. Отсюда по диагонали две клеточки, раз, два, и тут две, раз, два. Потом по диагонали одна, вниз одна, одна по диагонали, тут одна по диагонали, наверх по диагонали. То же самое повторяем, как и тут. Точно такой же нарисуем тут и тут. Так, и не забываем вот тут соединять. По две клеточки. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так повторяем. Тут также рисуем.
Вот такая 3D фигура получилась. Так, теперь разукрашиваем разными цветами. Допустим, начнем из зеленого. Вот такой 3D рисунок у нас получился. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик. Все, пока. Пока-пока. А также смотрим эти 4 видео, которые у вас на экране. 1, 2, 3, 4. Пока-пока.